Украла у брата, ранее несудимая жительница Петушинского района, нигде не работая, решила воспользоваться накоплениями брата и сняла с его банковской карты 25 тысяч рублей. Пин-код он опрометчиво хранил вместе с пластиковой карточкой. Теперь сестру будут судить по статье «Кража». Ей грозит до 5 лет. Помянули жертв терактов. Накануне в России прошел День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата не случайная. 10 лет назад от боевиков освободили Бесланскую школу, в которой погибли 334 человека. Во Владимире в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия состоялась панихида в память о погибших в Беслане. Более 200 студентов и горожан приняли участие в акции. Из поминальных свечей было выложено слово «Беслан». По окончании акции под колокольный звон участники выпустили в небо белые шары в память о погибших детях. Шале возвращаются. На Соборную площадь снова привезли деревянные домики. Последний раз они простояли до Масленицы. Теперь праздничная торговля в них развернется в воскресенье. Во время празднования 800-летия Владимирской епархии с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этих домиках можно будет приобрести изделия владимирских мастеров, церковные принадлежности, а также свежую выпечку, горячие и холодные напитки.